Алоха, всем, меня зовут Дима Масленников, и сегодня у нас достаточно странный выпуск, потому что я буду испытывать настоящий страх, а именно клаустрофобию. И я сегодня не один, со мной три классных чувака. Раз, это два. Костя Павлов, Денис Швальц и самый скромный... И я. Алекс Супер. Вот Костян вообще бесстрашен, ты фонарик-то включил. Там классно, там прохладно так. Чувствуешь себя как в этом, не знаю, в погребе, во. В погребе? Да, как в погребе. Соленье бабушки достань, пожалуйста. Давай. 20 тысяч лет под землей. Если прочитал. Или там вода была? Вода. После вас только. Очень неудобные штаны на мне. Ну, типа, знаешь, ты сказал, которые не жалко. Они же такие, знаешь, гейские. Гейские, а гейские не жалко. Так, в общем, парни спустились, а я поехал домой. Пока, ребят. Пока. Эти 32 минуты под землей. Да, о, слушай, как страшно выглядит это все. Вот скажи, Дим, здесь сколько выходов? Выходов? Один. Этот? Этот выход только один. Иди ты. Если выход один, я пошел отсюда. В каком смысле? А ты думал, что в каменоломне много входов, что ли, выходов? Выходов, да. Если, вход, если один сломается, то другой код. Нет, такого тут точно нет. Не менее двух источников света есть у нас куча. Сначала научитесь ходить сами, а потом вводить. А, кстати, вот это прикольная тема. Друзья, чтобы вам было лучше видно, товарищи, вот это вот все держится вот на этом. А видите, как тут классно склеено все? А если убрать один? Упадет нахер все. Лучше не трогай. Погоди, это пена, что ли? Парни! Внимание, опасно для жизни. Пещера подвержена обвалам, вход строго запрещен. Вот. Погнали. В общем, Дынчик, он как бы человек романтичный, поэтому он привел нас к шикарному столу. И у нас будет сейчас романтичный пикничок. Просто два батона взял, чтобы вы видели. Все, хватит. Нет, они вкусные. Это просто батоны, чувак. Это все намного страшнее, чем на видео. На видео вообще не передается. Я видел кучу видео из этого места, и кажется, что типа, да что там, ходишь и ходишь. Это очень страшно. Это вот все пещера. Поэтому без карты здесь практически нереально. Вот мы находимся вот на остановке первого вагона. Вот сюда не стоит ходить, потому что можно сдохнуть. Вот сюда можно. А это ролл из шоколадниц. Парни, сейчас мы полезем в щечку. Кто будет первым? Давайте все. Не-не-не, давайте на Цуфа. Тут, короче, суть не в том, кто хочет последнего, а тот, кто первый, я так понимаю. Давай. Да-да, кто первый. Цуефа. Суки! Цуефа. Ты меня сделал. Ты первый ползешь. Ну, ты хотел первый, отлично. А, да? Вот это щучка. Иди, я твою. Да туда просто невозможно. В смысле туда? Она метров 40 примерно, вот такая херня. Вы в нее заползаете и ползете. Так. Слушайте, я хочу просто очень крупные эти глаза такие, блядь. Вам надо ползти чисто по-пластунски, не пытайтесь встать на колени. Если где-то получится встать, скорее всего, вы застрянете. А где я вылез? Где-то? Я понимаю. А ну где ты вылезешь? Там норм, расстояние большое. Да, там пространство такое же, ты тоже так же вылезешь. И мы попробуем выбраться оттуда. Вот эти глаза полные надежды, блин. Давай, ты, короче, второй, я третий. Ты, Саш, я могу последний четвертый, есть. Да. А он просто болезнь. Тебе же понравился один. Ну вообще ты проиграл. Ты прям сразу со мной? Прям сразу за тобой. Я просто боюсь. Что? Застрять, ты пошутил, надеюсь? Насчет застрять, нет. Не, на полном серьезе, это щучка. Здесь ты, ну, застрять можно. Жесть! Просто! Ребят, пока кто-то снимает летсплеи, настоящие блогеры занимаются реальным созданием контента. Вытяни руки вперед, только. Привет, Костян! Привет! Сейчас я тебя приближу. Да. Костян, как у тебя дела? У меня хорошо, я здесь свободен, в отличие от вас. Я сегодня буду очень крепко спать. Бля, пацаны, я застрял. Серьезно? Да хз, я лезу. Не, давай ты не будешь здесь застревать. То есть, как бы вот расстояние. О, хорошо. Да, вот моя голова. Костян, смотри, лезет кто-то. Ой, точно. Это... А чё он лезет? Это... Давай мы сейчас что-нибудь сделаем. Пацаны. Давай. Чё? Какого хрена? Не, ребят, давайте без этого. Саша! Ты живой? Да, бля, можно и не полезать? Не-не-не, давай иди сюда. Блин, можешь мне камеру забрать?
Какой капец, у тебя маникюр классный. Блин, смотрите, какое оно маленькое просто. Если бы я вот эту дырку увидел в первый раз, я бы вот не полез бы. Серьезно, она кажется просто малипуберная. А если бы ты Игоря Синяка позвал? Вот твое все. Все, о, это ж моя монетизация с канала. Я говорю. Все твое. Сашка, выходи. Нет, давайте без меня там, короче. В каком смысле? Ползи сюда давай. Так подожди, а в смысле? Ты что, обратно поползешь? Это еще сложнее. Так я почти вылез уже. Саня, давай иди сюда. Это же увидят люди, ну ты что? Так, парни, я лезу. Это проверка на прочность за Алекс Супер. Я не прошел. О, я вижу GoPro. Ребят, чтобы вы понимали, насколько он далеко, я сделал сейчас вот так. Бам-бам-бам-бам-бам. А теперь представь, как ты будешь классно смотреть вот чешский мультик про крота. Представь, как ты его уважаешь сейчас. Это мой любимый мультик. Вот. Был. Вот сейчас мы пойдем в другое место, которое называется карман. Вот там будет просто зашибись, потому что там вертикально надо лезть. Сверху вниз или снизу вверх? Сначала. А там залезаешь и вылазишь? А, там нет сквозного прохода? Нет, там нету. Вот, это карман называется. Поэтому. В смысле? Охереть. Все вещи, которые вам мешают, кофты и все снимать. Нет, ты подожди. Что значит все снимать? Мы сначала надо все решить, кто лезет, кто не лезет. А, давай, Суефа! Суефа! Чтобы ты понимал, насколько там узко, я туда пролезаю только, когда выдыхаю. Лезем в так называемый карман. Парни вот прям вот готовы лезть, они не боятся. Ну, как не боятся? Они ссутся. Я тоже ссусь, поэтому полезли. Смотри. Нам надо вон туда. Кого? Да. Какого? Серьезно? Я хочу посмотреть, но я не смогу, наверное, да? Ты не сможешь, наверное, да. Давай. Это вот, короче, вот посмотри вот сюда. Ну, примерно так же. Да ну иди ты. Я-то пойду. Ребятушки. Так а там какое-то помещение есть? Да, небольшое. Камерой это все не передается, вот честно. Ой, тут смотрите, сталактиты, сталагмиты. Да ладно. Нет. А, я так понимаю, Александр следующий полез. Я почему-то тебя хуже слышу, меня это пугает. Блин, я никогда... Не знаю, вот там пролез, вот по этой щечке, тут мне как-то уже не так страшно. Да, но я же говорю, ты следующий. Не, мы так мы же... Тем же путем. Вот здесь вот, вот так вот уютненько, ребят. Ой, я вижу ножку. Это очень смешно. Иди в задницу, понял? Ну, я честно тебе благодарен за то, что ты сначала нас в щучку провел. Да, да, да. После вот щучки здесь, конечно, чуть полегче, потому что до щучки я бы здесь просто бы срал прям вот тут сверху на тебя. Я не знаю. Сейчас начнется. Я ногу не сломаюсь. Смотри, какой у него ноги пиздец. Ты знаешь, что у тебя ноги больше, чем эта дырка? Чё? Я не хочу. Ребята, это Денис Кошмальц. С лучшей его стороны. Константин. Так, пацаны, что ж, я попробую вылезти. Говорят, что это как-то очень сложно. Реально, но сложно, да? Ну да, давай. Ну, давай, друг мой. Ух, блин. Ты не пролезешь. Можешь сзади там подтолкнуть его. Не-не-не. Я должен сам это сделать. Это было очень близко. Да. Он мне по башке дал. Если почувствую, что не получается, лучше слази. Давай я покажу, как вылезать. Вот так. Красопит вообще, Вася! Короче. Как там, в кишке-то? В конце, короче, надо было чуток развернуться. Можно я первый раз сматерить жизнь? Можно. Это пи***ц, ребят. Серьезно, по такому не скажешь. Заново родился, а? Ну, типа того, на самом деле. Фух. Это ты понимаешь, что не все от тебя зависит. Одному сюда лезть, я бы вообще, наверное, обосрался по-другому. Сашка, давай на ребят, я понимаю, что это очень необычное для вас видео, но согласитесь, что для русского ютуба и вообще для мирового ютуба это... Боря, давай мне подсказки. А что, ты не вылазишь, что ли? Нет. Давай, давай. Я правильно лезу, нет? Да, правильно. Давай, ноги опускай. Да.
Ребят, ощущения, ну не знаю, не слабые. Сегодня Санек просто вот булки сжал и по-настоящему проверил себя на прочность так, как вы никогда себя не проверите. Правильно? Плюсую. Как вы видите, высота около полуметра. Серьезно, я вам скажу, что очень неуютно и страшно. Мне становится стрёмно. Давай, мы пока домой пойдем. О-о-о-о! Это, тихо, я иду. Ни хрена себе! Как так? Ты вообще туда залезал? Как ты так быстро вылез? Как ты вылез, не переворачиваясь? Вопрос. Я борец. Борец с чем? Греко-римская борьба. Ну что, выходим, что-то мне не по себе вообще в натуре. Давайте, хорошо. Вот они, красавцы. Какая у меня рука чистая. Которые выполнили вот нереальное задание. А их тут ждут тапочки, кстати, еще. Денис Шмальц вообще прям... Наконец-то. Богатырь. Вот он, второй красавец. Сегодня буквально новый выпуск «Слабо» был, да? Да. Но, видимо, это... Теперь это первое место по впечатлениям. Вот, на втором месте переходит погружение к акулам на 10 метров под воду. Реально это на втором месте переходит. И вот главный сталкер, который сегодня прочувствовал все на прочность. И вот я выбрался, типа. Друзья, спасибо, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, что вам понравился подобный формат видео. Хочу сказать отдельное спасибо Дэну Шмальцу и Косте Павлову за то, что приняли участие в этом действительно страшном походе. И отдельное спасибо Алекс Супер, который снимал параллельно свою знаменитую проверку на прочность. Если вы любите ужастики, то обязательно ее посмотрите, ткнув на ссылку, которая будет где-то вот здесь вот. А в целом это все на сегодня. Поставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и до новых встреч!